Всем доброго времени суток. И я приветствую тебя, дорогой любитель музыки, у меня на канале. Что ж, 24 июня 2020 года был создан этот музыкальный канал. И 4 дня назад... Сколько? А, 3 дня назад у нашего канала был день рождения. Но в связи с техническими неполадками я не смог снять это видео 24 июня, как я и хотел, чтобы... Было все символично. Но сегодня, хоть и с опозданием, мы посмотрим, с чего начинался путь нашего канала, как поднималась планка качества и к чему мы в итоге пришли. Поностальгируем и, возможно, даже попоем старые песенки. Что ж, приятного просмотра. Погнали! Итак, вот мы и оказались на главной странице канала. Что ж, предлагаю спуститься в самый низ. Туда, откуда все начиналось. Здесь еще превьюшки. Ну, в общем, молодость вспомню, так сказать. Итак, вот то самое видео, с чего все началось. Превью многого не обещает, но давайте же все-таки посмотрим. Мама стерпит, Бог простит. Выживают лопасти, батарейки под язык. Мой добрый мир ко мне привык. Хуже не бы. Я не могу. Я здесь такой кругленький, прям и голос прям такой детский. Было давно. Я пробиваю третье дно. Это было последней каплей. Вот это вот третье дно. Прям подбородок вперед выехал у меня там. Чтобы вы понимали просто, как все это снималось, я брал свой старенький тогда телефон, iPhone 5s, и ставил его на разные подручные средства, то есть я брал все, что было под рукой, коробки, книжки, и я из этого делал типа стойки, чтобы он вот стоял вот так вот ровно и не падал никуда. Это получалось. И я, в принципе, тогда, вот конкретно на этом первом видео, не заморачивался, я просто, помню, взял его и обрезал прямо в самом телефоне, в галерее, то есть, и уже залил на YouTube. Уже позже я начал думать над планкой качества, то, что это надо делать, ну, не на отвали, и постепенно это переросло уже во что-то более серьезное увлечение. Все видео вы можете, кстати, посмотреть в открытом доступе, они пока что. Можете сами потом в эти... недры канала спуститься и увидеть, что к чему. Долго зацикливаться мы на этом не будем. Вообще, весь этот 2020 год, как многие говорят, был славным временем карантина. Ну, я отчасти с этим даже согласен. В этот момент как раз-таки создавалось все это творчество, так сказать. Вот эти промежуточные видео, они, ну... Вот это вот у меня набрало. Я помню, я рассылал всем, кому только можно, чтобы подписались, посмотрели, увидели. Здесь, вот за это видео, ну, я прям иногда стыжусь и подумал много раз его просто скрыть, чтобы никто его не видел, этого позора. Сразу прервусь. Это был кавер на песню вот «Кишку колдуна». Я тогда еще не умел эти все вступления играть на гитаре, и думаю, ну, снять что-то надо, а учить что-то нового неохота. Эту песню у меня уже давно-давно-давно была, и я решил ее сыграть на укулеле. И сделать это, танцуя с этой укулеле. Темный мрачный коридор, я на цыпочках, как вор. Пробираюсь, чуть дыша, чтобы не вспугнуть тех, кто спит уже давно, тех, кому не все равно. Чую я комнату тайком, желаю Желаю. Посмотрел еще так взглядом куда-то. Глянуть, чтобы увидеть, как бессонница в час ночной меняет нелюдимая. Ну... 2 года назад все это было. Да, вы это тоже можете посмотреть. Пожалуйста, не надо до конца это смотреть. Но давайте прямо сейчас попробуем спеть, посмотреть, как это бы сейчас выглядело.
Итак, вы сейчас видели вариант 2 года назад, и давайте же сравним его с тем, что у нас имеется сейчас. Темный мрачный коридор, я на цыпочках, как вор, пробираюсь, чунь дыша, чтобы не спугнуть тех, кто спит уже давно, тех, кому не все равно. Вчу я комнату тайком, желаю заглянуть, чтобы увидеть, как бессонница в час ночной меняет нелюдимая облик твой. Чьих невольница ты здесь, зачем тебе охотиться на людей? Что ж, результат вы могли лицезреть. Лучше или хуже стало, решать вам в комментариях. Итак, какое же видео я включу следующим? Та-та-та-та-та. Вот это самое пока что интересное. Так, ну здесь все обычные песни, разборы песен. Кстати, вот это вот разбор песни «Улетаю бадабу» у меня выстрелил после где-то в период вот этого вот. Это было значимое видео для канала, даже, я бы сказал, событие для канала, потому что с этого видео у меня был основной приход людей, и я действительно этому был рад, но была некая обида небольшая, то, что люди ведут только на это видео. Я тогда еще не очень понимал, как продвигать видео, ну и сейчас-то не понимаю. Итак, думаю, самое интересное, я здесь пытался вот именно вот этому вот видео, грядут из меню, удаляю канал, закликбейтить зрителей, но по просмотрам ничего не получилось. Это был, я помню, экспериментальный формат. Секунду. Это был экспериментальный формат, где я пытался разнообразить контент. Я тогда думал, что это всем будет интересно смотреть. Мне было интересно, когда я все это пересматривал. Он ходит на край земли, кажется, готов. Что-то не так. Так, вот тут пояснение будет. Я в то время смотрел Акстара, гитарист, извиняйте, сейчас все не так. И там у него в каком-то видео был типа бэкстейдж, не помню, учитель, что-то притворился новичком учителя, в общем, что-то такое. И он там играл сначала плохо-плохо, потом бац, берет кружечку, у него там написано допинг, типа он пьет, и начинает играть как профессиональный гитарист. Ну и я попытался это перенести на свой манер. Он ходит на край земли, отправит... Концепция понятна, да? В общем, вот, вы это тоже можете посмотреть. Довольно забавно, я тогда еще даже не понимал то, что вот этот вот сервант бабушки и вот эти вот занавески не очень смотрятся на фоне. Ну, просто выбирать было не из чего. Так, давайте дальше. А, вот это вот видео, вот это первое, где прям запарился-запарился. Вы можете понять, что я это уже пересматривал, просто ностальгировал уже несколько раз. Так. В этот момент мне впервые купили штатив, который я так долго ждал, я прям его желанно ждал. И как он у меня появился, у меня уже был ряд заготовленных в голове видео, идей, которые я буду снимать с этим штативом. А это что-то какие-то песни на улице и вот такие всякие прикольные видео. У меня оно действительно даже сейчас так смотришь, и со стороны смешно даже немного. Так, пока лето, надо научиться играть на гитаре. А вдруг я потом заброшу и просто потрачу зря деньги? Ну, если выбирать гитару, то, наверное, недорогую. Блин. Здесь я максимально пытался актерски сыграть. Так, что тут интересного еще есть? Сейчас. А, вот эта вставочка была интересная. Еще бы интернет у меня не вис, было бы вообще славно. И, соответственно, монтировать
видео под названием «Типы гитаристов», я попрошу вас подписаться, поставить лайк. Ага, вот это вот важненько, это было специально все задумано. А здесь я дальше помню. Вот такая вот гитара. А, обзорчик гитар. Я тогда очень сильно пытался не задеть никаких чувств, чтобы на меня в комментариях не налетели. Кстати, с комментариями тогда была вообще интересная вещь. Они были на постоянке отключены. После, как я выяснил с одним человеком, кстати, спасибо ему, я планку качества превьюшек повысил благодаря ему. У меня была там метка детского контента, но даже когда я ее убрал, она почему-то сохранялась, то есть и вот эти комментарии были отключены. Я прям каждый раз молилась, когда загружал любое видео, что комментарии будут открыты. Но из раза в раз почти что ничего не менялось. Все вот эти видео вы можете сами при желании посмотреть и поставить лайк обязательно. А мы продолжим дальше. Итак, а сейчас я предлагаю посмотреть вот это вот интересное видео Billie Eilish Bad Guy. Я тогда попытался снять что-то типа пародии на клип. Я тогда впервые выучил типа фингерстайл аранжировки, и я тогда еще не знал, как все эти видео снимаются, то, что надо держать один темп, то есть, про что мне и сейчас в комментариях, в принципе, пишут, и не понимал, как сводить картинку со звуком, я думал, это все так просто, и по итогу, я помню, даже когда я сел все это монтировать, я очень огорчился, то, что результат как бы не оправдывал мои ожидания. Сейчас вы увидите, о чем я говорю. Это очень забавное видео. Здорово. Вот эта вот светодиодная лента у меня мелькала из видео в видео. Я тогда активно думал, чем разнообразить фон, кроме вот этого вот цветочка и... Ну, вы поняли. Чем такой грустный? Улыбнись, ты же включил мое видео. Улыбнись. Развеселю. Может, ты грустишь, потому что скоро учебный год. Так, ну тут я заполнял все это пространство. Возможно, кому-то уже задают ВПР. Так, сейчас. В общем, не ваши. Приятного просмотра. Вот. Смотрим. Видите, вот картинка со звуком не совпадает. Вот это. В общем, в клипе оригинальном, кто не смотрел, посмотрите, чтобы вам было понятно, если будете потом сами это досматривать, что там к чему было. Здесь, в общем, чисто дикие танцы, сельские дискотеки, все дела. Так, здесь проигрыш. Сейчас. Покажу самые интересные моменты. Ага, уже запалили, да? Смотрю. Че с лицом? Так. В клипе оригинальном был момент, пока остановимся на этом, был момент, когда... как раз-таки сама Билли Айлиш, она обмазывалась, не знаю, там, краской или чем-то там, и я попытался, опять же, это все перенести на свой манер. Помню, еще тогда по всему дому искал, говорил: «Мама, где моя гуашь, где?» Он говорит: «Зачем тебе?» И говорю: «Потом увидишь». Да. И вот это вот «да» было тоже в клипе. Ну, дальше, в принципе, особо ничего интересного именно в этом видео не будет. Но, если хотите, вы можете его посмотреть сами. Так, что у нас тут еще интересного есть? Один мой день, то есть день из моей жизни, я пытался сделать что-то типа влога. Вот «Гитара против укулеле» — очень классное видео, вы можете его тоже посмотреть. Это тоже из разряда экспериментальных видео. Ну и вот это тоже, ну, это будет поинтереснее, как я считаю. О, вы уже здесь. Я рад приветствовать тебя на моем новом видео. Опять же, видите, вот эта вот светодиодная лента, да? Видео. И я решил разбавить тематику гитары вот таким видео. Собственно, как вы догадались по названию и по превью, это один день.
Из моей жизни. Думаю, вам будет такой формат более интересный. Так, здесь я снова. Было боли очень много. Это было, кстати, моей ошибкой. То погнали смотреть. И день мой начинается с того, чтобы я покушал. Обычно я это делаю уже часам к 12, так что... Итак, разоблачение Германа. Я на самом деле ем с утра, просто мы уже выезжали в это время, и мне надо было типа показать то, что я в это время ем. Поэтому я ем. Запомните, в общем. После того, как я поел, я поставил камеру на зарядку, поскольку сегодня мы выезжаем. Кстати, я до сих пор на нее снимаю. Выезжаем на природу. И я решил, что будет разумным взять фотоаппарат и пофотографироваться. Ну а пока камера заряжается, я решил сесть, поиграть, попеть, повторить новые песни для камеры. Но это была не помеха. Солнца не было, но и так... Это я как раз уже снимал, там, где... Мы, ну, на месте, в общем, куда мы приехали. Разбили мангал, хорошо провели время, поели вкусно, шашлыки и так далее. Ну, думаю, что вам объяснить. Типа вставочка. Также мы брали с собой кота, мы его там повгули. Вот мой кот, кстати, сейчас я вам его покажу поближе и в реальном времени. Сильно-сильно-сильно мешался, и мы его немножко привязали к скамейке. Немножко привязали к скамейке. Секунду. Сейчас я вам покажу своего кота. Тишка! Опа, мне пришлось его нарушить его дневной сон. Улыбочка в камеру, дружочек. Вот такой вот огромный у меня котик. Ну, не огромный, среднестатистического размера. Кстати, интересный факт. У меня аллергия на котов. Ну, точнее, на ее шерсть. На его шерсть. Но я живу с котом. Ну, нельзя же выкинуть это очередовательное животное, да? Да. Что ж, все, кота я вернул на место. Он провода грызет. Не грызи. Предлагаю вернуться на страницу канала. Итак, вот та самая превьюшка, которую мне помог сделать этот человек. Ник его YouTube-канала будет где-то вот тут вот. На его канале регулярно проходят стримы по разным играм. Если хотите, можете посмотреть. Довольно качественный контент. Так, вот это вот прикольная вещь. Давайте ее посмотрим. И постепенно будем переноситься где-то уже ближе к нашим дням. А то это еще год назад, два года назад почти было. Приветствую тебя, дорогой любитель музыки, у меня на канале. И сегодня ты можешь отложить и укулеле, и гитару. Кстати, это фирменное приветствие потом многим поднадоело, и мне как бы так сказали. Но я там всем доброго времени суток начал говорить и так далее. Не стал менять, как бы это все-таки фишка канала. Объяснение у тебя, конечно, есть. А если ты смотришь мои видео без этих музыкальных инструментов, то сегодня я тебя обрадую. Я научу тебя играть на гитаре без гитары, как бы это странно ни звучало. И для этого тебе понадобится обычный смартфон. А вот эту перебивку мне рисовал друг. Я, кстати, ей до сих пор пользуюсь. Его... Он какое-то время даже... Дело оформления на заказ, кстати, очень годно. И что ж, давай я тебя веду в курс дела более подробно. Итак, как я говорил, тебе нужен твой телефон. Сейчас давайте перейдем сразу к сути. Здесь я прям впервые скачал запись для захвата экрана. К тому же на мой старенький древний телефон это было довольно сложно. Итак, после того, как вы поставили аккорды, как у вас все это показывается? Вот сейчас я вам показываю, ставьте аккорды. И, кстати, сегодня я покажу, как вам просто работал. Кстати, вот. Вот здесь есть такие ползуночки, которые уже делают удар за вас, то есть вам не надо вводить пальцем по экрану. Есть удар, что можно и, использовать типа, как перкуссию. Итак, давайте что-нибудь симпровизируем здесь. Так, что я там сейчас буду играть? Картинка размывается прям. Что-то такое может у вас... Ну, кстати, довольно действительно прикольная вещь. Я помню, когда-то даже так играл, когда у меня не было ни укулеле, ни гитары, я качал все это дело и ну, как бы играл. И мне уже потом все это начало интересно, как бы охота
ощущать инструмент, на котором ты играешь, а не просто вот на маленьком экранчике все это зажимать. Кстати, какие у меня там аккорды были? Фа, соль. А я ими. Давайте попробуем сейчас то же самое сыграть. Там что-то дун-ту-дун-ту-дун-ту-дун-ту-дун. Опа. Так. А, нет, я не то играл. В общем, что-то такое у вас может получиться. Мне это видео действительно, кстати, казалось каким-то новаторским, потому что я такого на Ютубе еще практически ни у кого не видел. Ну, пользуйтесь, если что. Итак, предлагаю еще немножечко подняться вверх. Сейчас мы рассмотрим одно из вот этих вот двух видео. Вот эти вот. Показываю, как будто вы видите. Ага. Укулеле из Фикс Прайс и, короче говоря, гитара. С этим это видео мне помогал снимать мой друг. Мы сейчас с ним общаемся хорошо. Мы тогда впервые вышли на улицу, снимали с ним. Это было в 2 дня, потому что в 1 день там, я уже не помню, что-то произошло. И что-то с файлами, в общем, они полетели просто. И укулеле из Фикс Прайс. Это видео довольно долгое, поэтому мы его рассматривать полностью не будем, я там просто сравнивал укулеле обычную и из Фикс Прайса. На самом деле не из Фикс Прайса, а с Валбриса. Давайте тогда посмотрим вот это видео. Вы можете все видео сами посмотреть, которые вам интересны, которые вот я пропускаю. Все-таки иначе видео будет очень долгим, а монтировать... Пау! Всем привет и здрасте! Я приветствую тебя, дорогой любитель музыки! Кстати, вот эта вот вещь, вот так вот говорить... в телефон, в микрофон, мне впервые вот эта вещь пришла в голову, тогда я уже понял то, что над звуком надо работать. У меня на канале. Но сегодня будет у нас необычное видео. Сегодня у нас не кавер, не разбор. Сегодня у нас, короче говоря, думаю, ты догадался уже по превью и по названию. Я помню, я смотрел какого-то пацана, Пятачок вроде бы, он тоже снимал, короче говоря, и вообще все вот это вот... разные гитарные каналы, разные такие развлекательные каналы. У меня все вот это вот скооперировалось в мозгу, и я решил вот это все снимать. Потому что я уверен, что ты у меня очень умный зритель. Итак, если ты подписался, нажал колокольчик. Так, понятно. Погнали, короче говоря, гитара. Сейчас это был очередной скучный день на самоизоляции. Дело было к вечеру, а делать было совсем прям нечего. Я, как обычно, смотрел видосики на Ютубе. В трендах мне попадались разные топовые гитарные блогеры. Насмотревшись на них и увидев то, как они играют, я твердо решил, что научусь играть сам. Так как в вокале у меня был свой опыт, я решил научиться аккомпанировать себе сам. Я подошел к маме и попросил у нее немножко денег. Она дала половину... Вот этот момент я прям обожаю его, даже сейчас интересно смотреть. Это моя прихоть, и я немного должен заработать на нее сам. Следующие 2 часа я провел в тщетных мозгах. Сейчас я пропущу, чтобы вы сами посмотрели, чтобы сохранять интригу, да? Сюжет вы не пропустите. Друг мой. Воодушевленные, мы пошли. Кстати, если ты сейчас смотришь это видео, то... ты тоже был таким маленьким. Собрали тетради мои и друга. Кто-то вон там своими сушит. Мыслями мы пошли сдавать макулатуру, а потом вспомнили, что у нас нет. Актерская игра, уровень Оскар. Ну, действительно, мы старались с ним. Я даже помню, как я сидел уже что-то вечер, там, под ночь, писал этот сценарий. То есть, действительно было интересно все это делать. Мне очень нравился процесс съемок и написания какого некого сценария. Так. Вот это видео тоже залетело у меня, я тоже этому был очень рад. Вот это тоже, кстати, вот буквально этого марта, когда я снимал вот Perfect Эда Ширана, у меня вот это резко начало набирать. Так, здесь я начал снимать чат-рулетку, в то время это было очень популярно, и я также надеялся, что это все у меня тоже стрельнет. Ну, в принципе, для того времени довольно-таки нормально набрало, если сравнить с вот этим. Кстати, вот это тоже набрало сильно.
Вы их можете тоже посмотреть, потому что видео достаточно длинные. Ну, а здесь был мой первый стрим. Это было ровно год назад. 24-го, считайте, вот июня. Давайте посмотрим немножечко отрывок. Опа. В тот момент я впервые скачал OBS, и у меня был такой маленький петличный микрофон, кстати. Он у меня и сейчас есть, вот он. Такой маленький микрофончик Боя М1. Просто петличный, вот, чтобы выходить куда-то с ним, вот, было вообще классно. Вот такой, он сейчас весь запутанный в проводах. Не очень видно, но все же он... Показать то, что он жив, что с ним все хорошо есть. Опа. Здесь я ожидал, так, пока народ придет. Так, всё, всем привет, дорогие зрители и любители музыки. Голос. Чуете, да? Я рад приветствовать тебя на моем первом стриме. В общем, потихоньку сейчас мы подождем начало. Ну, то есть, пока все соберутся, там потихоньку все подтянутся. И мы будем начинать отмечать день рождения нашего канала. Поедим тортики, поиграем. В общем-то, все будет... Очень классный стрим получился, общем... если честно. Он такие теплые воспоминания набивает. Сейчас я покажу, где мы тортик ели. А, опа, вот она. Пирожное было. Так. Спасибо Денису. Еще раз всем спасибо рублей. Огромное. Будем дальше развивать наш проект. Спасибо всем, кто смотрит меня. Спасибо. Спасибо большое, друзья. Это шикарно. Юху! Ура! Все, в этот день моему каналу исполнилось год. В этот день. Даже не верится то, что прошел уже год с того момента. Кстати, сколько я с того момента снял видео? Это я, так сказать, мы сейчас отпраздновали неким. Так, раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 видео за год. Что-то я обленился, по-моему. А за тот раз... Ну, где-то около... Ну, нет, ну тут прям много. Ну, планка качества была намного ниже, и снимать такие видео было не особо сложно. Так, кстати, вот это видео я очень ждал всего вот этого вот. Извиняюсь, вот это вот микрофончик, аудиокарта там сидит у меня. Я очень рад, то, что у меня это оборудование появилось. Спасибо маме и папе и всем другим, кто поддерживал какой-то монеткой. Вы можете его тоже посмотреть отдельно. И что ж, вот мы уже дошли до наших дней. Вот это видео, оно достаточно простое, как вы могли посмотреть, но я его пересматривал раз 20, только сам вот эти 20 просмотров, считайте мои, да? Очень... Я думаю, вообще сделать такой формат на постоянке почти что. Ладно, шучу. Ну и что ж. Песни военных лет. Кстати, кто не смотрел, обязательно посмотрите, потому что видео набрало ну, относительно очень мало просмотров. Даже вот песня Трубадура набрала в разы больше, да? Что ж. Что ж, друзья, вот мы и постепенно подходим к концу, и сейчас я буду толкать речь, и если вам это неинтересно, можете выключить видео. Но желательно досмотрите. Что ж, я искренне благодарю каждого, кто помогал, продвигал видео, не оставался безучастным, комментировал, лайкал, ведь это все очень ценится. Для вас несложно поставить лайк, а для меня это так приятно. Ведь за всей этой картинкой скрывается очень много работы. Допустим, даже сейчас у меня под столом примерно 5 проводов. Каждый запутался уже. Там, вот у меня, вот там вот, лампа большая, которую я выставлял, чтобы вам было приятно видеть все это, чтобы лицо не пересвечивало и так далее. Тут у меня спит котик, а здесь ваши любимые друзья-зверушки. Что ж, я очень надеюсь, то, что вам понравился этот ролик, и не забывайте, дальше больше. Всем удачи, всем пока.